На борьбу с должниками за коммунальные услуги вышел терминатор. Так называется устройство, с помощью которого сотрудники управляющих компаний могут ограничивать водоотведение из квартир. Для этого им даже не нужно заходить в помещение. Все происходит дистанционно. Отмечу, сегодня только Уренгой жилсервису горожане не доплатили 288 миллионов рублей. Как следствие, коммунальщикам приходится идти на крайние меры. Подробности в сюжете. На него крепится, получается, заглушка. Здесь вот две камеры. Это приспособление облегчает жизнь коммунальщикам и не щадит злостных неплательщиков. Процедура напоминает медицинскую лапароскопию. Через небольшие отверстия с помощью специальной техники прозрачная заплатка погружается во внутренние органы водной системы дома. Пара минут и терминатор блокирует трубу водоотведения. С хирургической точностью сантехник оставляет собственника квартиры без слива. Она заходит в эту, вот так мы опускаем, вот это вход с квартиры. Когда мы ее опускаем, разжимаем, она у нас вход с квартиры перекрывает. То есть вот смотрите, видите, выбить ее отсюда или достать, это нужно все в квартире разобрать и стоять разобрать. Так достать ее невозможно. Теперь вода из душа, унитаза и раковины уходить никуда не будет. В Новом Уренгое установили уже около 30 таких заглушек. После каждой процедуры специалисты размещают соответствующие объявления на двери квартиры должника. После этого нерадивые собственники квадратных метров становятся более сговорчивыми. Многие окончательно избавляются от своих долгов перед коммунальщиками после того, как жилье остается обесточенным. Задолженность у нас 140 миллионов, дебиторская просроченная, которая превышает 2 месяца. Общая задолженность 280 миллионов, не просроченная. На очереди где-то в неделю мы блокируем около 10-15 адресов. Одновременно идет работа по отключению электроэнергии. Собственники квартир, в которые сегодня наведались специалисты управляющей компании, задолжали около 300 тысяч рублей. Понимая, что такую сумму единовременно погасить непросто, Уренгой жилсервис готов идти навстречу жителям Нового Уренгоя, предоставив рассрочку или списав часть задолженности. Владислав Селинов, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».